На главные органы Евросоюза постоянно оказывает давление сельскохозяйственное лобби. А в четверг организация европейских фермеров призвала их всех проголосовать на выборах в Европарламент, чтобы больше их представителей изнутри влияли на формирование общей аграрной политики. В заявлении также содержится требование не сокращать ассигнование отрасли из бюджета ЕС, даже если неизбежно урезание субсидий.